Здравствуйте! С Новым годом, друзья! Сегодня 1 января и первый день нашего марафона «Русский 2021». Как уже первый день? Нет, мы не готовы. Сегодня только первый день года. Спокойно. Сегодня вы еще отдыхаете и просто слушаете меня. А я расскажу вам, что вас ждет. Если русский язык – ваша цель в новом году, тогда добро пожаловать! Этот марафон для вас. Говорят, что нужно делать что-то 21 день подряд, чтобы это стало привычкой. Что ж, здесь мы 21 день подряд будем заниматься русским языком, чтобы сформировать у вас привычку заниматься регулярно. Внимание! Я не говорю, что через 21 день вы будете свободно говорить по-русски. Или что за 21 день мы выучим все. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, не нужно. Что нужно, это регулярная практика. И здесь еще раз повторю, мы попробуем сформировать привычку регулярно заниматься, чтобы вы, наконец, достигли вашего результата в новом 2021 году. За 21 день вы попробуете разные типы заданий. Вы выберете формат, который наиболее комфортен для вас. И надеюсь, что вы настроитесь на весь 2021 год. Как участвовать в марафоне? Во-первых, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Красная кнопка внизу. Во-вторых, присоединяйтесь к нашей Facebook-группе «Русский 2021». Каждый день заходите сюда, на мой канал, и смотрите новое видео. Я буду давать вам задания. Внимание, на марафоне не будет теории, только практика. Я буду давать вам задание, а вы будете выполнять его в виде комментария, в виде текста или рекомендую в формате видео. Просто возьмите свой мобильный телефон и запишите свой ответ. Опубликуйте его в нашей группе. Кто может участвовать в этом марафоне? Если вы уже изучали русский язык хотя бы немного, вы можете участвовать. Если задание слишком трудное для вас, вы можете просто повторить мои примеры, использовать мою модель. А если задание легкое для вас, будьте креативным. Покажите нам, что вы уже знаете. Итак, прямо сейчас я приглашаю вас в нашу Facebook-группу. Присоединяйтесь и расскажите нам по-русски, почему вы выбрали русский язык в 2021 году. Может быть, вы живете, учитесь или работаете в России. Может быть, у вас русские друзья, знакомые или клиенты, и вам нужно с ними общаться. А может быть, ваша вторая половинка из России, девушка или молодой человек, жена или муж. А может быть, вам просто кажется, что русский язык красиво звучит. Или вы любите кириллицу? Я не знаю, напишите, какие мотивы у вас. Я жду ваши ответы в нашей группе. Спасибо, что вы выбрали русский язык. Еще раз с Новым годом и до встречи завтра!
Мария, а что делать, если я еще совсем не изучал русский язык? И мне нужно начать с алфавита. Ничего страшного, тогда я приглашаю вас на мой курс Russian Immersion Course. Ссылка будет здесь и в комментариях. Там все, что вам нужно. С нуля, с самого начала, шаг за шагом, теория и практика, грамматика и лексика, все в комплексе. Поэтому открывайте курс, смотрите урок номер один и приятной практики!